Привет! Еще подготовила несколько стихов с правильными ударениями. Запоминай и говори. Четко, красиво и грамотно. Апостроф. Зря он писал так много строф. Не там поставил апостроф. Ох, сколько ж это катастроф! Не там поставлен апостроф. Что ж это за слово такое удивительное, апостроф? Сейчас разберемся. Википедия нам в помощь. Апостроф – не буквенный орфографический знак в виде надстрочной запятой, штриха или любого другого похожего начертания, который употребляется в буквенном письме разных языков в различном назначении. Например, Жанна д'Арк. Вот видите вот эту запятую между «д» и «арк»? Вот этот он, О'Коннор, Д'Артаньян. Это все и есть апостроф.